Формально Honda представила новый Jazz еще прошлой осенью на токийском автосалоне. Однако технические подробности последовали только сейчас, когда первые машины начали получать японские дилеры. Напомним, что на родине модель называется Honda Fit. Выяснилось, что Compact Van, несмотря на действительно новый кузов, фактически сохранил прежние габариты. Но главное, никуда не делась фирменная система трансформации салона. В гамме моторов произошла заметная рокировка. Вместо полуторалитрового атмосферника на японском рынке появился безнадувный агрегат меньшего объема. С ним состыкован вариатор. Но чисто бензиновую Honda Fit можно будет купить только на внутреннем рынке в Японии. А главную ставку Honda сделала на гибрид нового поколения. Он построен вокруг бензинового атмосферника и пары электромоторов. Один электродвигатель выполняет роль генератора, а второй вращает передние колеса. Такой гибрид почти всегда передвигается на электротяге. И только на высоких скоростях муфта подключает бензиновый двигатель напрямую к колесам. Все модификации, независимо от силовой установки, могут иметь как передний, так и полный привод. Причем для гибридных джазов оставили ту же трансмиссию 4х4, что и у бензиновых версий. У переднеприводных машин сзади стоит полузависимая балка, а у полного привода редкая теперь зависимая подвеска типа Dedeon. В продажу попадут сразу 5 версий пятидверки, которые отличаются внешним декором и отделкой интерьера. Например, у исполнения CrossStar есть черный обвес, багажные рейлинги и высокопрофильные шины.